В общей сложности правоохранители изъяли со склада около 60 тонн продукции. На этикетках бутылок были указаны торговые марки нескольких известных производителей, однако акцизные марки оказались поддельными. Это установила экспертиза. Также исследование показало, что алкоголь не соответствует требованиям ГОСТа, однако угрозы для жизни и здоровья граждан не представляет. В ходе предварительного следствия установлен и офис злоумышленников, оборудованный в сочинской квартире. Там хранились финансовые отчеты. По версии правоохранителей, алкоголь предназначался для распространения в торговых точках курорта. В настоящее время Следственным управлением МВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по двум статьям, особенно части Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция за указанное преступление предусматривает крупный штраф в размере до 1 миллиона рублей, а также срок лишения свободы до 6 лет.